Дорогие друзья, всем привет! Канал Paradise Alania, меня зовут Никита. Сегодня вашему вниманию хочу представить шикарную просто квартиру на первой береговой линии по очень, я вам скажу, доступной цене в сравнении с конкурентами. Цена гораздо ниже будет. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Сегодня у нас будет участвовать Елена в видео, будет все нам показывать, рассказывать, расскажет свои впечатления. Ну, в общем, что, говори, поехали! Поехали! Итак, друзья, мы сейчас находимся в коридоре, вот он, входная дверь. Только застали сейчас хозяина, прям он переклеил здесь обои, то ли они здесь были, белого цвета, да, то ли... Я себе могла передать просто, насколько гладкая текстура обоев, что... Какие-то, да, они на ощупь очень приятные. Какие-то приятные. Да. А дверь? Покажи, какая дверь. Кстати, да что тут дверь? Ну, качественная, ну посмотри, какая она необычная. Ну где такое вообще? Ну двери, да, здесь в Турции, тут прям... Очень классно. Как в бриллиантовой руке просто этих замков. Так, ну что, квартира у нас 2 плюс 1, две спальни, кухня-гостиная. Давайте начнем слева или с кухни-гостиной? Начнем отсюда. Или кухню-гостиную на конец оставим? Нет, давай сюда. Чтобы до конца смотрели. А, ну ладно, давай. Поехали в спальню. Я так подозреваю, что это детская. Все сделано в прикольном стиле. В прикольном стиле, это интересно, да. Смотрите, да, вот здесь, ну, вот этот орнамент, я не знаю, какой. Ну, короче, вот эта картинка везде, она дублируется. На подушке, на одеяле, на картине. И здесь вот то же самое. Здесь теплый пол в этой комнате. Хозяин, да, здесь прям постарался. Дизайнерскую мысль свою. Всякие штуки необычные, все хочется прям потрогать. Причем, да, штуки не дешевые, там, с Мадам Коко. Все, ну это здесь местный у нас бренд есть такой. Здесь выход у нас на балкон. Здесь также он демонстрировал нам, что есть уже такие ролл-ставни, что очень удобно. Например, уезжаешь к себе домой и запечатываешь вообще полностью квартиру. Кстати, алюминиевые стеклопакеты. Вот такого размера бассейн, хотел сказать. Балкон, терраса. Давайте сразу покажу вам. Вот оно, морюшко. Друзья, ну здесь сколько? Ну, на первой береговой. И одну минутку, и ты купаешься. Одна минутка, да, и ты на море. Класс? Класс. Здесь, кстати, мы первый раз снимали, помнишь, был закат, и прям вот здесь как раз-таки этот был закат. Все было оранжево-розовое, было очень-очень красиво. Да, классный балкон. С этой стороны вид на горы. Шикарный тоже вид. Вот это придомовая территория этого комплекса. Как видите, огромный бассейн. Сейчас уже все закрыто, потому что уже холодно. Вчера было вообще плюс 16. Сейчас, кстати, 6 ноября, и у нас плюс 27 опять. Фасад. По фасаду, наверное, все видели. Вот этот два блока, мы сейчас в первом блоке и во втором. Насколько я понял, вот этот блок попроще, а вот этот побогаче. Почему-то мне так показалось. Но что там отваливается вот это золото, что здесь? Ну, серьезно, как-то, я не знаю, сделали. Ну, видимо, не знаю, в чем проблема. Может, это золото не совсем подходит для фасадов в Алании. Может быть, да, солнце, влага. Да, ну и здесь, в общем, вот такой вот закуточек еще у вас есть. Обратите внимание вообще на этот стеклопакет в пол просто. И размер самого стеклопакета. Ну, это дорого, да? Да. Полностью стеклянная. Стена, да, полностью стеклянная. Так, здесь, видимо, земля. Мне кажется, вот нам, кстати, в цветок может чуть-чуть земли взять. Так. Вот здесь, да, вкусно пахнет. Да, хозяин прям даже напшикал здесь каким-то этим освежителем. Да, вот здесь, да, он показывает возможности. Как-то там все можно переключать, включать. Короче, очень много вариантов. Подсветки инверторные везде, кстати, кондиционеры. Вот он у нас теплый пол, золотое, все золотое везде, золото, черное с золотым, и еще он добавил зеленого, да, что ли? Да, такой изумрудный цвет, очень дорого смотрится. А зеркало, обратите внимание, какое красивое, в него прям хочется смотреться. Как солнышко, штуки. Получается, ты когда в него смотришь, ты солнышко. Да, всякие штуки необычные. Ну, это ладно, на цену не влияет квартира. Ну, в принципе, просто Елена делится впечатлениями своими. Это рай для девочек. Девочки меня сейчас точно поймут. Во-первых, наступать уже классно. Настолько мягко, просто в носках ты не чувствуешь. Так мне даже в носках мягко. Вот здесь, кстати, тоже теплый пол.
Ну и вот такая вот спаленка со своим санузлом. Просто красота. А кровать мягкая. Классная, да? Да. И сразу смотри, подарочек для будущей хозяйки. Халатик. Так миленько, да. И еще была соль, да, где-то, помнишь? Да. Тут, соль. Кстати, ванна, что вообще классно. Вот она, соль для ванн. Очень вкусно пахнет. В общем, представьте, вы купили себе эту квартиру и сразу пошли в ванну принимать шампанским со всеми делами. Здесь еще один балкон, да? Нет, это не балкон. А, да, балкон, ты прав. Открыть. Так, ну-ка, до конца вниз и открываем. Еще один балкон с видом на горы и боковым видом на море. Вот это вот настоящий боковой вид на море. Они, знаете, как риэлторы любят показывать. Там что-то километра за три, там где-то вдалеке море. И такие, вот он, боковой вид на море. Вот реально боковой вид на море. Кстати, это и хорошо, потому что есть квартира, я сегодня буду еще показывать квартиру. Там прям прямой вид на море, и шум от дороги все-таки портит немножечко вам жизнь, ваш комфорт. Так, что тут еще? Туалетный столик, ты там уже в санузле. Все, я готова принимать ванну, все настолько красиво, золото. Оно вот здесь, прям, да, прям массив манит. Вот этот, золото. Это очень тоже, да, приятная, но вообще штука. Ну прям, да, натуральное дерево, смотрите, я думаю, тоже недешево стоит все это дело. Конечно. Да, все, да. Все царское, посмотри, все в золоте. Все царское. Для царей, просто для царей. Класс. Пошли дальше. Прям на казахский орнамент похож. Вот здесь, да. Плюс ко всему, во всю стену еще шкаф у вас для одежды. Так, ну и санузел. Тоже с золотыми раковинами. Ванна. 1,90 м, да? Почему? По которой, в общем, я очень соскучился в Алании. Да, кстати, прям хорошего такого размера. Даже я туда даже помещусь. Да. Все так со вкусом сделано. И тоже, посмотри, деревянное. Тогда вот здесь, видишь, тоже массив. Да. Стиральная машинка. В общем, квартира, ну, полностью упакована. Здесь реально, заходи, живи даже, я не знаю, просто вещи свои перевести эти. А вы думаете, что это? Вроде бы шкафчик. Ну, это, да, счетчик. Круто. Велена смеется, говорит, на каждую лампочку, что ли, этот. Да. Ну, в следующий рай пошли. Так, ну и самое главное, изюминка, да, это квартира. Вот. Та-дам! Это сердце этой квартиры просто. Столько зеркала, света. Посмотри, как сделан тут просто шкаф в зеркалах. Это просто, ну... Ага. И все такое красивое. Хочется все трогать. А это выпуклое прям? Да, оно прям тверденькое, такое качественное, как будто железное. Угу. Смотри. Тут, кажется, все готово для того, чтобы мы принимали гостей. Все так со вкусом, посмотри. А мебель какая качественная. А минусы есть у тебя или все хорошо? Давай-ка придумай что-нибудь. Да как-то даже в голову не лезет. Да, вот здесь, смотри, интересно сделано, что как бы два уровня, что ли. Здесь тоже зеркала внутри. Ну да. Все прям. Минусов только, если кому-то не понравится такое яркое дизайнерское решение. Скорее всего, да, мне не очень нравится на самом деле. А я люблю, это все такое. Я типа минимализм. Ну вот, тебе нужна серость. Серо-бело-черное такое. В общем, друзья, что касается цены на эту квартиру, цена 125 тысяч евро, что вообще недорого для Первой Береговой. Я проводил тоже ценовой анализ, как обычно. Ближайшие дома, ну, они, конечно, повыше классом, они поновее. Хотя и здесь тоже, в этом доме есть вся социальная инфраструктура, не социальная инфраструктура, внутренняя инфраструктура, то есть там бассейны, хамамы, баня внизу есть, и прям все работает. Мы когда первый раз спускались, помнишь, там люди выходили, то есть все в рабочем состоянии. Так, получается, в Connaught Twin Tower, вот он неподалеку здесь стоит, с видом на море, квартиры 2 плюс 1, 210 тысяч евро, 1 плюс 1, 113 с боковым видом. Ну, а у нас здесь 125, цена за квартиру 2 плюс 1, чувствуете разницу. Вот, Курцафир также у нас, если поедем мы в ту сторону, тоже на Первой Береговой, там 2 плюс 1, 160 стоит тысяч евро, 1 плюс 1, 150. Ну, там площади сейчас, конечно, тоже
не как раньше делали, 2 плюс 1 там, по 120 квадратных метров. Ну вот, друзья, такое вот предложение интересное, опять же, у нас на канале. Обязательно ставьте лайк за то, что я нахожу все-таки из кучи-кучи всего вот такие вот интересные предложения, жемчужинки такие. Вот, ну мы что, в этом видео давай еще покажем пару квартир. Да. Да? Давай. Есть у нас 1 плюс 1 с прямым видом на море и еще выше этажом с более классным видом, там прям горы будет во все вот это окно. Пойдем, покажем. Друзья, пока еду в лифте, хотел напомнить всем, что есть у нас группа в Телеграме, в которую я скидываю горячие предложения Лане. Есть также мой Инстаграм, куда информация поступает гораздо быстрее, чем на YouTube. Так что люди, которые хотят максимально оперативно получать информацию о всяких квартирах по интересным ценам, обязательно подписывайтесь. Все ссылки, как всегда, под этим видео. Заходите, щелкайте, переходите, подписывайтесь. Так, друзья, мы попали в верхнюю квартиру. Это у нас 7-й, да, этаж? Смотрите, здесь вид получше. Здесь, к сожалению, сейчас прям ремонт идет полным ходом. Квартира тоже будет вся полностью отремонтирована, с мебелью, с техникой. Вот. Такая же абсолютно квартира, только вид получше. Здесь горы. Давай посмотрим на море. Море. Тоже видно получше. Да, вид поинтереснее. Ну и, соответственно, цена повыше. Что касается цены, здесь квартира как раз таки на 10 тысяч дороже, чем та квартира. Аналогичная. Из-за вида. Вид решает. Вид всегда стоит денег. Что в Сочи, что здесь, то же самое. Представьте, какой вид вот с того балкончика. Спустились сейчас на первый, на минус первый этаж. Ну, вот такие здесь комнаты для массажа. Здесь можно реально словить дзен, мне кажется. Случайно, просто зайдя сюда. Так, сауна. Все работает, прям жар стоит. Так, массажная комната номер 2. Turkish bath. Турецкий, получается, баня турецкая, да? Ну, заходить не будем. В прошлый раз оттуда люди выходили, не знаю. Может, сейчас тоже там сидят, мы там со своей камерой. Так, здесь еще одна массажная комната. Здесь можно получить, кстати, платные услуги по массажу. Здесь зимний бассейн у них. Все, видите, работает, функционирует. Ну, вот здесь выход прямо на летний бассейн, ресепшн. Ну, в общем, вот такая красота, все работает. Нравится тебе? Я заберу. Давай, кстати, поднимем просмотры. Друзья, в общем, произошла у нас нелепая ситуация. Какие-то риэлторы взяли, закрыли на второй замок квартиру, не можем в нее попасть. Есть у нас ключи от первого замка, от второго нет. Ну и я, в общем, был, кому интересно, вышли фотки. Квартира 1 плюс 1 с прямым видом на море. Вид классный, сама квартира тоже неплохая. Цена ее 80 тысяч евро. Для первой береговой, опять же, хорошая цена. На этом тогда, получается, видео наше заканчивается, да, Елена? Да. Как тебе понравились квартиры? Замечательные квартиры. Покупайте у Никиты. Он реально крутой. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки и обращайтесь, кому интересна недвижимость Алании. Все, всем пока.